Здравствуйте, дорогие друзья! Я рада видеть вас на моем канале «Мир глазами пенсионерки». Сегодня в Латвии праздник Лига Яна. Лига – это национальный праздник в Латвии. Он отмечается в ночь с 23 июня на 24 июня. 23 июня – это Лига, а 24 июня – это Янов день. Лига считается одним из самых больших и самых популярных праздников среди латышей. Этот праздник возник давно, еще в язычестве, до прихода христианства. И до сих пор латыши празднуют этот праздник. Лига считается национальным государственным праздником. И эти два дня в Латвии считаются выходными днями. Здесь все отдыхают в эти дни и празднуют. Многие люди уезжают из города в сельскую местность и там празднуют этот праздник. Существует традиция встречать этот праздник на природе. Плетут венки с полевых цветов и с дубовых веток. Поют песни и в припеве обязательно употребляют слово «лигуа», «лигуа». А потом отмечают именины Лига и Яниса. Лига – это женское имя, а Янис – соответственно, мужское имя. 23 июня – это самый длинный день и самая короткая ночь. Посмотрите, какая красота! Лебеди на Рижском заливе плывут трое. Красиво. Праздник Лига в Латвии отмечается в любую погоду, независимо от дождя, от холода или от жары. Все равно будут жечь костры, кушать лиговскую еду, петь песни, ничего не мешает. В нынешнем году, в 2022 году, как ни странно, 23-24 июня очень хороший день, без дождя. Осадков не было, солнышко светит, температура воздуха 25 градусов сейчас. Сейчас я нахожусь на море, вода, конечно, 19 градусов всего. На пляже много людей, некоторые загорают, некоторые просто ходят по морю, как делаю это я. Еще забыла сказать, что в ночь на 23 число начинают жечь костры. Это тоже традиция празднования Лига. На столе обязательно присутствует сыр с тмином, пиво,
так люди отмечают этот праздник. Друзья, мы находимся в Булдере сейчас, 24 июня. Температура воздуха сейчас 22 градуса, а температура воды 21 градус. Вот там на табло показывает это. Сейчас 12 часов 50 минут. Вот, посмотрите, 24 числа сколько народу на пляже. Этот памятник такой поставлен на главном спуске в Булдере. Называется «Балтийское течение». В виде таких рыбок, которые в одном направлении плывут. Очень интересно. Объект посвящен сотрудничеству стран Балтии. И символически отображает богатство Балтийского моря и силу единства народов. Место установления этого объекта в Булдере, так как в 1920 году здесь проходила конференция правительств стран Балтии, Балтийского моря. Вот он как бы в виде рыбок. Балтийское течение называется. Друзья, посмотрите, какая красота в нашем лесу. Такие лесные цветочки у нас растут. Их тут много. Солнечная поляна. Лесные цветочки. Желтенькие, такие яркие, очень красивые. Вот такая травка зелененькая растет. Мы в детстве рвали и угадывали, петушок или курочка. А вы так делали? Вот такой день. 24 июня в Латвии. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. С вами была Ирина. До свидания.